Один раз я потерял практически миллионный контракт из-за красного носа. Компания Comstar хотела заказать серию тренингов по науке побеждать по Суворову. Вот. Много групп было и такой продолженный тренинг, несколько курсов, но стоимость общая около миллиона. Вот. Я, соответственно, побеседовал с ними, потом поехал в подразделение, вернулся, а мне на следующий день говорят: извините, вот мы передумали. А что такое, что случилось-то? Ну, они как бы долго не говорили главную причину, потом вот на одну тетку вышла, она сказала откровенно. Вот говорит, вот этот самый директор решил, что вы алкоголик. А у меня был красный нос, да? А красный нос был потому, что я пришел с тренировки по историческому фехтованию накануне. Но там интенсивно двигаешься, может, полотенце было нечистое. Ну, короче, какие-то прыщи там на носу были, нос был красный. Вот так вот ушел миллионный контракт. Теперь ты борешься с покраснением носа всякими способами. Да, теперь у меня много всяких мазей, да.